51-е очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа состоялось 31 августа. Народные избранники единогласно приняли уточнения в бюджет муниципалитета на текущий год и на плановые периоды 2023 и 2024. Кроме того, депутаты внесли изменения в положение о порядке оформления безхозяйного имущества в муниципальную собственность. Теперь процесс будет происходить быстрее. Обсудили и вопросы, касающиеся спорта, в частности, создание некоммерческой организации «Металлург Видное». Развитие спортивной части нашего города очень важно для развития города в целом и особенно для формирования здорового образа жизни, культурно-нравственных ценностей нашей молодежи, содействия массовому развитию футбола. Инициативу народные избранники поддержали единогласно. На заседании был утвержден список лауреатов премии Ленинского городского округа и определено имя почетного гражданина округа. Кроме того, в преддверии 1 сентября депутаты обсудили план посещения школ и поздравления юных жителей с началом учебного года.